Доброе утро! Вы смотрите информационный выпуск на канале Инста ТВ с Мариной Генераловой. Австралийский доллар в течение торговой сессии во вторник стремительно терял свои позиции на валютном рынке. По отношению к американскому доллару австралиец опустился на 50 пунктов вниз, к отметке в 93,15 цента США. Нисходящему движению австралийской валюты способствовал отчет о сокращении делового доверия к экономике Австралии. В соответствии с предоставленными данными от National Australia Bank, индикатор резко снизился с 12 до 5 пунктов в октябре. Такие пессимистичные настроения подтвердили медвежий тренд, сформированный после выхода неожиданно позитивных данных с американского рынка занятости. Аналогичные настроения отмечены и на рынке соседней валюты – новозеландского доллара, который находится в ожидании сегодняшнего отчета Резервного банка Новой Зеландии относительно финансовой стабильности в стране. Максимум внимания будет сосредоточен на новости об ипотечном кредитовании. Оставайтесь в курсе самых свежих новостей финансового мира вместе с компанией InstaForex.